Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас есть несколько позиций, которые мы должны с вами обязательно посмотреть. Так, это все, что у меня появилось за последние несколько дней. Так, ну начнем. С чем начнем? Начнем вот с такой мышки. Чем она мне понравилась? Я ее уже покупал. Это идет у нас лазерная, не оптическая, беспроводная. Максимальное разрешение у нее 1600 dpi. Вот. Скорость очень быстрая, скорость оклика. Она беспроводная. И еще раз повторюсь, она лазерная, не оптическая. Она не жрет практически батарейку. Она не светится снизу красным. Вот. Она просто работает на любой поверхности. Вот. Моделечка от фирмы Defender. Datum MM035. Вот такая вот симпатичная, интересная мышечка. Вот. Я говорю, заказывал уже несколько раз и себе, вот, и друзьям. Очень мне она нравится. Ну, пока жалоб не было, и все они до сих пор работают. Вот, скрывать смысла я ее не имею. Вот такая вот она небольшая, удобная и работает на любом покрытии. Без разницы, глянцевое это будет покрытие или лист бумажки, без разницы. Вот такая вот коробочку. Дальше. Так, вот какие-то у меня тут отдал друг карданы от Рэма Хобби. Все вы знаете, то, что у меня есть модель гелика, который уже очень сильно ушатан. Вот, самая первая моя модель. Вот, и кто смотрит видео, знает то, что я хочу ее восстановить. Вот, уже было видос с хэштегом «Гелик живи». Вот, и эти мосты, эти карданы пойдут на него. Далее, что у нас еще есть? Еще один друг подогнал мне вот такую вот физиономию от УАЗика. Решил он, значит, собирать журнальную серию. Вот. Но ни с кем не посоветовался из уже, как говорится, наученных горьким опытом, сколько эта модель потом ему встанет. И узнав о последующих стоимости номеров, он решил это благополучно забросить. Ну и отдал эти все запчасти мне. Вот. В принципе, детализация очень качественна. Очень качественно сделаны фары. Все. Ну, придется это куда-то нам поставить. Возможно, вот эти поворотнички я поставлю на Волка. Может быть. А может быть, обточу и сделаю на Шишигу их. Там как раз такие же по цветам идет у нее поворотник и габарит в одном. Вот. Очень фары классные. Возможно, куда-то пригодятся на 10-й масштаб. А вот эти вот крючочки, хоть и 10-го масштаба, но я думаю, что они очень хорошо будут смотреться на нашем зеле. Так что пустим это дело в нужное русло. Так, поедем дальше. Пришел мне вот такой вот ножичек от фирмы Opinel. Фирма французская. Ножик из нержавеечки. Очень интересный фиксатор. Смотрите, повернули. Открыли. Повернули. Все. Он никуда не сложится. Ничего. В руке сидит, лежит хорошо. Вот такой ножички. Из очень хорошая заточка. И также складывается. Повернул, сложил, закрыл. Все, не откроется. Модель номер 10. Модель у них подразделяется, значит, длиной самого ножика, острия, лезвия, клинка, можно сказать. Вот. Ручка сделана из бука деревянная. Единственное, многие говорят то, что желательно не мочить, а то потом он разбухает, ручка разбухает, и он не открывается. Ну, посмотрим, на практике увидим,
что и как. Так, поехали дальше. Есть еще у нас одна такая коробочка от всем уже известного бренда Ganza. Модель 160-600, модель G611. Вот, здесь тоже бюджетненькая модель. Ножичка. Кстати, вот брошюрка такая, гарантийный талон. Что представлено? Как, из чего он собран? Вот. Вот такая вот интересная модель. Корпус прорезиненный, soft touch. Вот. Такой вот откидной он. Модель G611, еще раз повторюсь. Хороший фиксатор. Защелочка есть. Петелечка интересно выполнена. Можно сюда петельку сделать. Ну, в принципе, такой вот бюджетненький, интересненький ножичек. Сейчас небольшая проверочка. И французишка наш. Из-за того, что у французского ножа заточка более пологая, он и режет намного лучше. Так что в сегодняшней битве победил Opinel. Так, ну ладно, складываем сюда все это дело. Поехали дальше. Тут посылки я уже немножко повскрывал. Так, а еще вот стеклышко пришлось для маленького айфончика 5. Туда ее. Далее. Вот такие вот подарочные биткоинчики. Думал, что будут маленького размера, а они прям как лошади такие здоровые. Хотел их вставить в альбом. Но с таким размером я даже не знаю. Вряд ли его куда-то получится воткнуть. Ну ладно, пускай будет. Где-то у меня еще один тут был такой. Почему сегодня посылочки все вскрытые? Потому что пришло сообщение на телефон и нечаянно выключилось видео. Вот второй биткоинчик в коллекцию. Так, поехали дальше. Еще нам пришел вот такой вот ключик. Ключик больше похож на косточку. Вот. Очень много у него граней под разные гаечки. Размер гаек. Накидной ключик такой. Взял его для велосипеда, чтобы всегда были разные ключи под рукой. Он легкий, но и в то же время... Силюмин очень тоненький. Я боюсь, как бы он при первой же подкрутке не сломался. Ну, посмотрим, протестируем. Маленький такой, удобненький. Что-то подтянуть, я думаю, пойдет. Положим его в нашу сумку велосипедную. Так, далее. Пришел вот такой вот проводочек. Проводочек. Type-C, проводочек магнитный. И у него он не просто сам магнитный краешек, а у него съемная бабышечка, чтобы не раздалбливать гнездо. Посмотрим, какой ток он поддерживает, потому что телефон поддерживает быструю зарядку, но не все провода это предоставляют. Проверю и потом расскажу, что он из себя представляет. Так, далее. Пришел мне всем уже известный регулятор скорости от фирмы HobbyWing QuickRun 1060. Для 10 масштаба поддерживает, ну для любого масштаба в принципе, поддерживает 2-3S аккумуляторы, влагозащищенный, 60 ампер. Стоит у меня практически на всех моделях. Вот сейчас я такой с действующей модели снял и поставил на ZILA. Соответственно,
понадобился еще один. Вот такой вот прикупил. В пакетике была как бы визиточка от магазина, где я ее брал. Вот такая вот небольшая рекламка будет на канале. Напишу продавцу, пускай платит. Так, следующая посылочка. Так, что у нас здесь? Так, это у нас с сайта Gearbest. Они всегда присылают еще дополнительные кучу бумаг внутри. Зачем, неизвестно. Так, здесь у нас почему-то только один. Возможно, я его только один, правда, и заказывал. Здесь мост для VPL. Интересно сделано. Рулевой тяги нет, но зато стоит хвостовичок. Так как я снял с шишиги, пора туда возвращать все это дело. Интересно, металлическая здесь или пластиковая шестеренка. Обязательно потом посмотрю, расскажу в следующем видео. Ну вот, начинаем заново собирать шишигу. Ну и напоследок вот такая вот интересная коробушечка. Кто там уже присмотрел, прочитал, может быть, уже и увидел, что здесь. Кто нет, я вам сейчас расскажу. Здесь мачете. Также от известной вам фирмы Ганза. Вот такая вот штукенция. Очень, кстати, тяжелая такая, хорошая. Заточка так сделана, чтобы расщепляла прям. И чтобы ты с размаху прорезал ее. Прям классная. В руке сидит суперски. Мачете модели. Значит, мачете Firebird F804. Длина клинка 28,6 сантиметра. Вес 600 грамм. Вот, ну плюс чехол. Также, кстати, здесь идет еще заточка фирменная. Подводить его. Вот такой вот алмазный брусочек. И для экстремалов огниво. Вот такая вот штука идет в комплекте. Сложим все назад. Если кому-то что-то понравилось о том, что я там сделал, на что я сделал небольшой такой беглый обзорчик, вы спрашиваете, я могу сделать более подробный, что-то протестировать. Вот, допустим, на этом мачете мы обязательно снимем обзор, порубакаем им, потому что вещь интересная. Мы его проверим в деле. Вот такой ремень, смотрите, он и через плечо, и подвязывается, очень много у него креплений. Вот эти кармашки все на липучках. Также можно отдельно вот этот на ремень сделать, можно сюда прилепить. Интересно, и чехол интересный, и сама мачете классная. Вот, но сегодняшний лидер Апинель. Вообще очень понравился. Ножик суперский. Заточка классная. Изначально лезвие тоненько подведено. Пока нравится. Так, ну вот такой вот беглый обзорчик.
Если кого-то что-то заинтересовало, обращайтесь, расскажем побольше, проверим, протестируем. Так что всем удачи, спасибо за просмотр, пока.